Что за ответ? Значит, сейчас. Мы уже сейчас. Сейчас едем. Вот люди садятся, едем, вы понимаете? Или не понимаете? В чем вопрос? Не кричите. Это вы начали оскорблять, я еще раз говорю. Вас не оскорбляли вообще. Слушай, что-то они вообще распустились. Дальше нет никакого. В смысле распустились? Вы водитель, уважать должны поставить. Рот закрой, сиди, понял? Чё макаешь ты мне, а? Я вообще обуздываю. Экает. Ты на работе находишься или это где? Не твое дело, понял? Ты как сидишь, ты тоже, рот дело, закрой, сиди. Я тебе деньги плачу. И что ты мне 74 заплатил? Какая ты можешь разница, оскорблять меня, что ли? Я тебя оскорбляю. Прекратите, вы что, вообще с ума сошли? Так, да так ну-ка сядь на место. Я сказал, сейчас поедем. Что непонятно? Вы уже полчаса вы говорите сейчас. Сядите на свое место. Я тебя время спросил, а не сейчас или сегодня. Совсем уже не кричать на меня. Мужчина, ради бога, отцепитесь от него. Нормально, да. Рот закрой я по-хорошему, а это я прошу еще раз. По-человечески тебя прошу. Что? А? Ну, 74, желательно. Нет, я дал вам. Слушай,